Хочу предоставить вам новый наш гибрид, ультраранний сегмент, томат Панамера. То есть это разовоплодный томат, который может формировать носик, может быть просто идеально круглый. Основная его особенность — это то, что он предназначен для выращивания в отопление, для выращивания в лето, когда жарко, когда розовые томаты не получаются. Зачастую здесь шершавость какая-то образуется, зеленое пятно. На Панамере такого не будет. Также Панамера обладает очень красивым блеском, красивым товарным видом и массовой отдачей раннего урожая. Гибрид Панамера – это наш высокорослый томат, который отличается очень ранним созреванием в первый период выращивания. Допустим, вы можете его высаживать 15 февраля по 10 марта. Ну, лучше, конечно, его садить раньше. И однозначно выбирайте, когда садите и сеять, когда будете сеять этот гибрид, что он будет расти в отапливаемых теплицах. Так как мы заметили, что часто при выращивании томата Панамера без отопления, когда большие перепады, он стрессует, и ему это не очень благоприятные условия. Для этих условий нас больше зарекомендовал себя Макан, как на весну, допустим. Он более компактный, он более стрессоустойчивый. Панамера, вы можете на ней конкретно получить то качество плода. Здесь плоды уже третья кисть, она уже спеет, 1 мая начали отсюда теплицы убирать. Нету никакого растрескивания. Вы, когда выезжаете на рынок, они максимально розовые и с таким прекрасным блеском. С качеством, которое будет от первой до последней кисти. То есть будет и эта кисть такая малиновая, допустим, как первая. Соответственно, очень это ценится производителем. То есть она такая есть, как начало, так и в конце. То есть нету разочарования, что вначале было классное, а потом что-то качество поменялось. Здесь вот качество такое, что в начале 250-300 грамм и в конце будет 250-300 грамм. Еще какой совет вашим клиентам, которые будут выращивать томат Панамера, я бы дал, это обратить внимание на качество опыления. То есть для Панамеры хорошо подходят джмели. То есть она очень классно опыляется на жмелях, очень большие. Вот можете посмотреть там некоторые плоды, вот такие, да, вот загрузку. Большие, классные, здоровые. Соответственно, партенокарпин вот в этой теплице был опылялся. Колбочка на пол-литра воды. Также хорошо работает опылитель Фенгиб. Он такого розового цвета и очень, конечно, запах неприятный. Ну, все опылители мы работаем от 0,8 до кубика на литр воды. Гормональные и природные опылители, допустим, такие как MC-Set Завис от Валагра. Первую кисть мы затукали, а дальше мы просто раз в 5 дней ходим по кусту и завязываем томат Панамера. Я думаю, что тут уже как бы при этом остается только выехать на рынок и стоять, требовать цену на гривны 2-3 дороже, потому что действительно Панамера при полном дозревании, она очень красивая. То есть вы будете на рынке, к вам будут подходить производители и спрашивать, что это за гибрид. Якщо подобаються наші відео, ставте лайки та підпишіться на канал.